Я с удовольствием показываю вам еще раз это историческое место. Это Геста Петерсберг, бывшая правительская резиденция Германии, когда столица Германии был Бонн. Для меня это место имеет особое значение, потому что им очень гордился мой муж, и он познакомил меня с этим интересным местом. И Министерство иностранных дел было его клиентами, поэтому он имел доступ сюда, в этот дом, когда здесь еще стояли пограничники и обычных людей не пускали. А мы часто отмечали с ним здесь наши семейные праздники. Это здание находится на горе, и отсюда открывается незабываемая панорама на Рейн и его окрестности. Особенно в хорошую погоду, вид просто потрясающий. Здесь описана вся история этого здания, начинается она еще с 1912 года. Правители почти всех стран всего мира, президенты и короли бывали здесь, и послы вели переговоры в каминной комнате. А это парадный вход. Я когда вхожу через этот шикарный вход, так красиво оформленный, у меня такое ощущение, что даже воздух пропитан здесь историческими событиями. Es berühmte Kaminzimmer, wo alle Gespräche zwischen Regierung, Regierung verschiedener Staaten stattfinden. Мы только что прошли эту знаменитую каминную комнату, где вели переговоры у уютного камина дипломаты. А сейчас здесь высокоразрядный пятизвездочный отель, услугами которого могут воспользоваться все желающие. Благодарю вас за просмотр. Ставьте ваши реакции, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!